Итоговая декларация глобального саммита мира в Швейцарии включает пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении безопасного доступа к украинским морским портам и обмене военнопленными. Об этом 16 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа. В тексте декларации говорится, что участники саммита обменялись разными мнениями относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира, основанного на международном праве, включая Устав ООН, и имеют общее видение трех важных аспектов. Украинские атомные электростанции, в частности ЗАЭС, должны работать безопасно, и безопасно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, а все депортированные и незаконно перемещенные дети и другие гражданские лица должны вернуться в Украину. Напомним, 15 июня в Швейцарии начался саммит мира по урегулированию войны в Украине. В мероприятии принимают участие 101 страна и международная организация со всех континентов. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.